счастливо. До свидания. Поговори. Добрый день. Здрасте. Это правда в Москве? Да. В парке Горького. Ага. А как это можно проверить, интересно? А мы вот в Ленинграде, в Новой Голландии. А вы правда там? Да правда. Ну и никто не верит. А как это можно проверить? А вот как, да. Я туда руку совал, там, может, за волосы вас можно схватить. Нет. Нет? Ну вот так вот, видите, как интересно. Ну и что у вас там за жизнь в Москве? Небось, уже Собянина избрали или еще не избрали? Нет, еще не избрали. 8-го будете избирать. Ага. Небось, пойдете и будете голосовать. Это что такое? Ага. Понятно, понятно. Ты с Москвой? Пожалуйста, поговори. Сейчас с Москвой. Ну поговори, правда. Сейчас мы сейчас, тут девочка, да что, правда, ну? Поговори. Вот смотри, вот я говорю, я отзывается. Спроси. А что боишься-то? А что бояться, думаешь, что не плюнешь же? С Москвой, да, пошли. Натурально, с парком Горького. Там такая же труба стоит. Рассказывай, что ты делаешь. Вот, я не верю до сих пор, так сказать. Под землей. Под землей, думаешь, а? Думаешь, что это так все идет? Стоит? Так, да, думаешь? Спроси. А вы там гуляете? Конечно, гуляем. Да. Мы здесь запускаем змею. Ну, подходи ближе. Я уже запустила. Рыбу. Я не достаю. Не достаешь, да? Ты старайся, громко говори. Понятно. Мы здесь змеев запускаем. Но она прокопана. Да? Нет, не знаю. Я тоже не знаю. Провода какие-то идут. Телефон вот такой. Телефон? Думаешь, да? Но с Москвы телефон тоже неплохо. Но, в принципе, конечно, странно, что микрофона же нет. Давайте познакомимся с ним. Спроси, как зовут девушку. А? Нет, ничего там нет, никто не кусается. Думаю, за волосы раз и вытащить. Они москвича. У них тепло. Тепло, да. Ну все, до свидания. Привет, привет. Вот чудо, да?